Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас с вами будет очень необычная встреча. Мы с вами переместимся назад в прошлое. Я в Oriflame уже 21 год, а в руках у меня 4 каталога, которые случайным образом сохранились у меня с 2006 года, то есть этим каталогом 14 лет. Я думаю, что будет интересно тем, кто давно в Oriflame, как будто бы включить небольшую серию ностальгии, посмотреть то, что было раньше, вспомнить прошлое. А тем, кто в Oriflame совсем недавно, вам тоже наверняка интересно посмотреть, а с чего же все начиналось, а что было 14 лет назад. Я многие продукты помню, многие испробовала, я вам расскажу свои вот впечатления и какую разницу я чувствую, просто колоссальную, в то, что было раньше, и какой квантовый скачок совершила компания Oriflame за 14 лет. И сейчас вместе с вами полистаем эту старину. Итак, переносимся с вами в 2006 год, на 14 лет назад. Вот такие вот были каталоги. Я посмотрела, всего 87 страничек. А если сравнить с новым каталогом, который сейчас, 2020 год, то здесь 195 и даже 196 страниц. То есть каталог более чем в два раза стал толще и красивее. Представляете, насколько больше продукции вмещает у нас один каталог. А чем еще отличаются каталоги? Сейчас мы с вами посмотрим, и вы сами увидите все. Так, сделаю несколько, покажу вам несколько картинок интересных. Вот так выглядели помады, я помню эти футляры, такие угловатые, кубической формы. Были также некоторые продукты ситуационные, то есть на какой-то сезон буквально 2-3 каталога, и продукция уходила. Мне очень нравились эти тени, помню, как я их очень хотела, но для меня тогда это было так дорого, не могла себе позволить. Аксессуары. Их было настолько мало, что это была просто огромная редкость, вот такие вот небольшие цепочки. То есть в одном каталоге в лучшем случае 1-2 набора. Это, конечно, очень скромно. Вот такая вот серия, ее потом заменили на серию Hair X, и какое-то время флаконы были похожи, но они постоянно модернизируются и выглядят все более интересно. Не было краски для волос, кстати. Такую серию я тоже помню, осветляющая серия. Автозагар. Кстати, этот автозагар, он был такой в ржану и очень сложно носился. Нужно было так тщательно его растушевывать, чтобы он не полосил. И не всем это удавалось. А если сравнивать с тем, который сейчас, то его буквально просто распыляешь, быстренько губкой растираешь, и шикарный загар очень быстро. Также были тональные основы в тюбиках, как и сейчас встречаются иногда. Увлажняющий, кстати, узнаете, аква, аква был. Так, были вот такие губки, треугольнички, ужасно неудобные, но мы все равно ими пользовались. А вот эта помада была моей любимой, спа цвет. Боже, как она вкусно пахла, такой аромат клубники, ягодный, просто прелесть. Тушь тоже такую я брала, потому что выбор был не очень большой. Да, тушь всегда в Oriflame была классная, и любая тушь мне всегда нравилась. Квадратненькие лаки для французского маникюра. Кстати, полосочки, которые тоже многие использовали, но мне не нравился эффект, который они давали. Я их покупала, но не пользовалась, и кому-нибудь все время дарила. Кстати, был интересный карандаш, которым нужно было рисовать под ногтевой пластиной, то есть изнутри прокрашивать, а сверху покрывать ногти просто прозрачным каким-то лаком, и вот этот белый карандашик, он просвечивал, и получался эффект французского маникюра тоже. Ой, столько всего интересного, так забавно вспоминать. Я смотрю этот каталог, и, честно говоря, у меня такой трепет. Посмотрите, румяна в шариках. Кстати, баночки были очаровательные, с золотистыми крышечками, такие пузатенькие, кругленькие, похожие на космическую тарелку.
какой-то интересный крем 30 миллилитров Giordani Gold. Он выглядит каким-то квадратненьким, пузатеньким. Вот я его, честно говоря, даже не помню. И в Giordani Gold упаковка была намного проще, чем сейчас. То есть она была просто вот пластик такой простенький. Если сейчас это так увесисто, так здорово выглядит и очень круто. Какие классные были вот эти рассыпчатые тени. У меня были опал беленькие, они такие с искорками золотыми. О, какие они были классные. Вот если бы их вернули, я бы ими тоже пользовалась сейчас. Крем такой помню, против первых мимических морщин. Помню эти баночки, ужасно неудобные банки, из них просто невозможно было доставать крем, потому что вот в этих углах скапливалось большое количество крема, и достать его было нереально. Зато мне нравился вот этот карандаш против мимических морщин, то здесь была кисточка, вот так вот крутишь, и из кисточки выходит небольшое количество крема, который наносишь на кожу вокруг глаз. Кстати, очень забавная штука. А сейчас у нас баночки все изменились, они стали мега удобные, из них просто до последней капельки забираешь крем, и их приятнее намного держать в руках. Кстати, у меня одна такая банка хранится с медом, я ее беру с собой в баню, когда мед заканчивается, я опять туда накладываю. Не знаю, почему тут у меня эта банка прижилась для меда, и я ее с собой беру. Точно-точно есть у меня такая баночка в моей косметичке. В банной косметичке. Смотрите, капсулы были и 14 лет назад. О, какая продвинутая компания, здорово. Ну тогда я их не брала, для меня это было еще рано, а сейчас уже в самый раз. Королевский бархат, узнаете? Какая сейчас красивая серия, такие баночки все красивые. Я даже когда беру в руки, у меня вот ночной крем только закончился, я просто испытываю эстетическое удовольствие, потому что это так просто шедевр, красивая уютная баночка, от которой просто пахнет роскошью. Вот такие вот квадратненькие тоже кремы. Что-то помню еще, потому что я, конечно же, всем этим пользовалась. Мед и молоко. Вы знаете, был момент, когда у нас убрали серию мед и молоко. Мы все были в состоянии шока и просто не понимали, как можно убрать такую серию, потому что, ну, это же наше все, это же как фишка, такая визитная карточка Oriflame, как смягчающее средство, так и мед и молоко, это наша с вами просто прелесть. И у меня были вот такие вот флаконы. Здесь был лосьон для тела, крем, пена для ванной. Я хочу сказать, что это было невероятно. Вот флаконы, кстати, такие можно было бы вернуть, потому что посмотрите, как это красиво выглядит. В ванной смотрелось невероятно. У меня тоже такой флакончик один хранится. Надо было найти и вам все показать. Жемчужная была коллекция для ванны, вот такие жемчужинки, их нужно было кидать, и они создавали такую, ну, как пену небольшую, и аромат от воды был, аромат очень вкусный. Здорово, тут даже, видите, мерцающий тальк для тела. Ой, ну столько было интересной продукции. Кстати, вот эта вот банка, жалко, что она здесь показана только нижняя часть, у нее была такая же округлая крышка голубого цвета. У меня такая розовенькая где-то есть, она выглядит очень большой, если сравнивать с кремом мед и молоко, по объему они одинаковы, но это выглядит как космическая какая-то тарелка, очень эффектно. Ой, у меня до сих пор есть такое полотенце, оно, конечно, уже, да, его уже нет, я его на тряпочке выкинула. Очень удобное, очень классное полотенце после того, как вымыли голову, сделать такое вот обертывание. Тогда я впервые увидела в Oriflame такое полотенце, оно очень удобно. Для волос с кокосом серия классная, просто классная. Чайное дерево, посмотрите, как выглядела серия. Щетка была белая, такая щетка у меня тоже была, а мочалка-варежка была без пальчика, просто одеваешь вот целиком, вот так пальчики все вместе.
Это серия для волос. Были такие бигуди, но они абсолютно были такие вот слишком хлюпенькие, не очень удобные. А вот потом в Oriflame вышли бигуди такие розовые. Они у меня до сих пор уже много-много лет. Я постоянно ими пользуюсь. Они очень круто делают кудряшки. Детская серия. Игрушка. Вот, кстати, смотрите, для детей раньше были игрушки. Это было очень здорово. И хотелось бы, чтобы они были и сейчас, потому что мамочки очень любили заказывать все для детей, для девочек-подростков много было продукции. Сейчас этого нет, и это минус. Хотя вот сейчас у нас появилась серия для совсем таких маленьких, это плюс. Можно добавлять какие-то игрушки, потому что это будет пользоваться огромной популярностью. То есть вот эта вся мелочь, заколочки, все так, и браслетики, поясочки брали на ура. А посмотрите, какой был блеск. У меня, кстати, тоже такой был блеск. Он как кулон, на ключи можно было, на сумку так откручиваешь, а внутри два оттенка блеска, вот так вот они в сердечках. Ой, это здорово выглядело. То есть чем более оригинально упакована продукция, тем больше она нравится клиентам, ее брали всегда все с удовольствием. Так, эта серия, сейчас она On Color, сейчас была Visions. Она постоянно изменяется в названиях, но мне нравилась Visions. Это что-то такое молодежное, драйвовое, кстати, очень прикольное. И многие до сих пор спрашивают, а вот помните, у вас была Visions серия? О, еще украшение, сумочка, как она мне нравилась. Но денег купить не было в тот момент. Я помню, только слюни пускала, но не покупала все, что я хотела, как сейчас. Конечно, есть в этом какие-то моменты такие трогательные, потрясающе красиво. Узнаете наш любимый Divine, классный Divine. Кстати, заметили, что раньше не было транскрипций, то есть переводов на русский язык, как читать правильно. Сейчас это сделали, и это круто. Это была Valeurs Flower, Spring Flower аромат с ароматом сирени, такой нежный. Я забыла, что он был. Верните, он потрясающий. Вот я так хочу наши ароматы, чтобы некоторые вернули. Вот Сага был очень вкусный аромат. И, кстати, вот не, если вы видите, нет ароматизированных страничек, чтобы потереть. Они, наверное, да, вот есть, вообще-то есть. Значит, они уже были. Так, это у нас ароматерапия. Были несколько разных ароматов и средства для душа, для тела, молочко интересное очень. Многие любили вот этот аромат «Северное сияние». Кстати, раньше ароматы переводились, то есть на русский язык, то есть мы читали. Сейчас покажу где-то здесь вот. Вот, а нет, здесь просто «Сага» на английском, а здесь вот «Северное сияние» перевод. Помните? А помните «Sun», «Moon» и «Eclipse»? Какие они были популярные, такие доступные, по 30 миллилитров, достаточно стойкие, что было неожиданно, такие вкусненькие, приятные ароматы, они недешево пахли однозначно. Glacier был, есть и будет. А вот Midsummer убрали, и многие об этом сожалеют, особенно женский аромат часто спрашивают, потому что, ну, конечно, он был потрясающий. Freya, какой был крутой аромат Freya, какая необыкновенная упаковка. Помните, кто помнит этот аромат? И у мальчиков, у девочек были свои дезодоранты. Многие все повторяются, то, что есть сейчас, чего-то уже нет. С черникой был крем, была серия с черникой, вот такая вот, ну, не из дорогих, как сейчас Love Nature. Это был потрясающий крем, как я его обожала. Маски. Вот в этой серии была маска с томатом, красная. Я ее сейчас вот не вижу здесь на страничке. Но эта маска, она спасла мою кожу от прыщей. Просто я ей пользовалась по инструкции, и у меня прошли все прыщи. Такие смешные флакончики, шампуни для душа, пена для ванны, крем для душа. Такие прям какие-то забавненькие. Очень простенькие, согласитесь. Так, здесь у нас Talc Midsummer, мыла, также были мочалка и акция. Заметили, что в каталоге нет акций, просто нет. Сейчас открываешь каталог, первая страница сразу акция.
Да, какие-то спецпредложения. Очень часто бывают два по цене одного. Очень много новинок. А в прошлом каталоге, да, в прошлых каталогах новинок было очень мало. Сейчас открываем новинки. Новинки. Везде акции. Два по цене, как говорится, по спеццене. То есть акции с благотворительностью. С благотворительностью у нас всегда были акции. Да. Ну, новый каталог вы и сами посмотрите. Обратите внимание, как мало было аксессуаров, как мало было бижутерии, сумочек. То есть это редкость, когда выходила какая-то косметичка. Вот, например, косметичка Giordani. У меня, кстати, такая есть, мне кажется. У меня просто так много косметичек. По-моему, у меня она даже сохранилась. За ней, конечно, все охотились, когда вот она была вот по такой спеццене. Кстати, это было здорово по такой цене купить. Все охотились, потому что все хотели косметички, это был дефицит. И по какой-то акции взять косметичку, это было просто супер. Крем Giordani Gold, узнаете? Тон Актив, потрясающая была тональная основа. Серия Giordani, у нее всегда тональные основы крутые, но это была просто классная. А может быть, еще и кожа тогда была более молодая, и по-другому все ложилось. А вот Giordani Gold. Смотрите, какой крутой флакон. Мне, кстати, раньше флакон нравился больше, чем сейчас сделали. Здорово. Многие продукты повторяются, поэтому я буду их просто пролистывать. Немножечко еще посмотрим. Какая нежность. Какая нежность. Вот у меня нет такого набора. Хотя я всегда была любительницей бижутерии, но не всегда могла себе это тогда позволить еще. А вот серия, как у нас сейчас спа, и тогда была Swedish Spa Minerals. Совсем, да, разница какая, какая сейчас крутая упаковка. Ну и это было достаточно интересно, в таком морском стиле, голубое, волны, то есть все равно здорово. Но заметно, как прогресс идет в Oriflame просто семимильными шагами, увеличивается продукция. Продукция больше становится, ассортимент. О, классные флаконы были. Их можно было вешать вот так вот на какие-то полочки, на трубу. Вот за счет этого крючка тоже супер идея. Можно вернуть, кстати. Такие упаковки, они всегда, ну, привлекают внимание. Хочется чего-то необычного. Вот, пожалуйста, очень необычная игрушка, детский брелочек. Очень крутой крем для интимной гигиены был. Детская серия, тоже не очень разнообразная. Сейчас еще с вами чуть-чуть полистаем. Вот, Фрея женская. У меня до сих пор клиентка спрашивает, уже больше 10 лет прошло, она все, Лиль, Фрею не вернули. А у нее была еще какая-то акция, ну, по-моему, не постоянно, вот иногда, когда покупаешь Фрею, то кулон можно было к ней, ну, по какой-то скидке, то ли она в подарок шла, эта акция, то ли отдельно кулон был с сухими духами. Во-первых, очень красивый кулон, просто очень красивый. И очень удобно, потому что сухие духи, они очень были стойкие. То есть можно было открыть кулон, взять пальчиком, нанести себе за ушками, на запястье и усилить аромат, и весь день ходить просто благоухать с этим ароматом. Видите, ассортимент ароматов очень маленький. Сейчас мы листаем полдня, у нас все ароматы, 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 мужские, женские. Раньше это было все очень мизерно. Вот как раз Эклат. В те времена были духи Эклат. Посмотрите, 15 миллилитров у меня были такие духи. Я так плакала, у меня их дочка вылила. Вы представляете, это просто... Они безумно дорогие. Ну, по крайней мере, для меня это было очень дорого. То есть сравнивать, да, туалетная вода 50 миллилитров, 439 рублей. И духи 15 миллилитров, 659 рублей. И когда я увидела, что флакончик практически пуст, я, конечно, я плакала. О, вот это тоже помню. Классные такие спреи были, с такими приятными ароматами, дерзкие. Их так много было. Все просто девчонки, ну, визжали от восторга. Тоже арома. Намадик тоже многие помнят, но он такой был... такой достаточно страстный, такой густой аромат, томный. Не все его тогда понимали. Ой, Сол был, есть. S8 у нас сняли, его тоже меняли упаковку, потом сняли. Вот прикольные штучки, смотрите, вот такие блески у меня были, тоже мне очень нравились. Классные корректоры для прыщиков, то есть всякую мелочевку корректировать. Такие милые тени, они у них были такие нежные-нежные оттенки, то есть холодные, теплые, светлые, нежные очень.
помады, лаки пузатенькие. Кстати, лаки были тоже неудобные кисточки, сейчас просто само совершенство в лаках Oriflame, особенно серия The One, просто фантастический. Гель был, тени, карандаши тоже мне нравились, такие тени, набор кисточек. Средство для снятия макияжа, узнаете? Оно было так давно и сейчас есть. Шикарные сухие тоже вот эти тени. А, это стойкие кремовые были. Точно. Квадратные помады. Кстати, раньше было очень много блесков разных, в тюбиках, очень много в тюбиках, иногда вот такие вот с кисточками, но в основном вот много-много тюбиков разных. Вот видите, где-то у нас серия была сейчас. Вот серия Visions, сейчас я вот не заметила, обычно в этой серии всегда были такие забавные тюбики с блесками, и они так вкусно пахли, и такие разнообразные, тоже все время мне их заказывали. Все, вспоминаю с удовольствием все эти серии. Как ваше впечатление? Напишите в комментариях. Вот это была просто фантастическая серия по уходу за кожей Skin Dividual. Я помню, у нее такой аромат был вкусный. Реально очень круто. Вот в Oriflame всегда уход за лицом отличался вот тем, что разнообразный. И разная ценовая политика. Очень классная. Вот такая у меня была дерма. Профессионал, то есть это микродермабразия, отшелушивающие такие средства. Я уже толком не помню, как работал. Помню, что надо было один тюбик это нанести, потом второй. Ну, помню, что было здорово, что это была очень крутая серия. Капсулы, крем. Как вы? Интересно? Вот молодежная серия, хотел сказать, детская молодежка от прыщей. Она и сейчас есть, была Pure Skin, сейчас... Даже забыла, как называется. А вот тоже флакончик какой интересный, такой пузатенький, такой милый. С розой серия. Вот она, моя черника. Какая была прелесть. Тут, значит, у нас был умывалочка, маска, крем для лица и для губ блеск с черникой. Представляете, как вкусно пахло. Я бы повторила. И бижутерия, совсем чуть-чуть. То есть, кстати, вот детский набор. У меня подружка заказывала для Юльки, для доченьки такой наборчик. Слушайте, классно. У меня даже фотографии где-то есть, где она в этом наборчике. Бижутерии совсем чуть-чуть, вот минимум. Представляете, как мы сейчас счастливо с вами живем. Чайное дерево. Все узнали. Да, губка как была, так и есть. То есть есть продукты, которые все-таки остались. Тут немножко кто-то странички подъел, но это уже повторялось. Вот, но я думаю, можно завершать. Вот еще для ног серия. Тоже здорово. Все флакончики разные в разном цвете с лапочками. Здорово. Вот правда, вот хорошая идея такая. Вот, ну, в принципе, все повторяется, потому что один год, 2006, и просто один за другим каталоги шли. Поэтому, думаю, достаточно для вас впечатлений. Напишите обратную связь, было ли вам это интересно, познавательно. Может быть, сами что-то помните такое вот из прошлого. Делитесь, буду очень рада вашим сообщениям. Спасибо за внимание, до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.